приходом первых осенних дней мы успели перевернуть календарь, поностальгировать по теплой летней погоде, промокнуть под дождем и насладиться меняющимися, как по часам, пейзажами. Ведь осень – это время перемен. В группе телекомпании «Ветта» во ВКонтакте узнали, как подписчики относятся к осенним переменам. Жизнь продолжается, как и раньше, а перемены происходят в каждом сезоне. Так считают 40% респондентов. Отмечают меняющийся пейзаж за окном, настраивают распорядок дня и видят изменения в настроении 29% подписчиков. А вот 22% считают, что осенью происходит сезонная настройка себя ментально, эмоционально и физически. Не радуют осенние перемены 7% подписчиков. А вот что люди говорят на улицах города. Мы их должны сами создавать и сами решать, и потом получаем от этого удовольствие. Зависит от настроения, но чаще, да, так и считаю. Были примеры уже, что осенью что-то настраивалось, жизнь лучше, работа какая-то более интересная становилась, вот какие-то знакомства интересные. Сейчас не вспомню, наверное, сразу так, но хочется в это верить всегда. Осень – это время для больших перемен. Да, конечно. С чего они начинаются? Мне 20. Сегодня? Или нет, осенью стать? Осенью. Исчисление годов, лет, они происходят в осенний период. Да. Ну а что еще меняется? Комната. Комната. И погода, соответственно. Погода тоже. Ну и курс, конечно. Все это в осенние дни. Да. Безусловно, осень – это время, когда все меняется. Все меняется в природе, все меняется в душе человека. И, ну, не зря, это начало нового года в календаре других народов некоторых. То есть, да, конечно же, это такое время переосмысления, время постановки новых задач, целей, нового мироощущения, нахождения душевного состояния.